пойдете на референдум? На референдум нет. Почему? Нет. Потому что, как вам объяснить, выборы, это самое, референдум не может быть в один день. Я так думаю. Тема политики, это вообще, я стараюсь сюда не влезать, не вникать, потому что тема политики очень такая, там очень спорные моменты, и не хочется вставать на какую-то сторону. Это не потому, что вот я скажу свое мнение, меня кто-то осудит, нет, это просто не хочу создавать, например, какие-то конфликты. Например, вот у меня друзья за одну политическую такую точку, а я совсем про другую. И у нас есть такое табу не открывать политику, а в принципе совсем. И я очень знаю, что вот в семьях Гагаузии, когда садятся за столом, то лучше тему политики не открывать, потому что там происходит абсолютный хаос, кто-то говорит свое мнение, кто-то спорит, кто-то недоволен высказываниями других. И мне кажется, что высказываться насчет этой темы лучше не высказываться совсем. Вы пойдете на референдум? Вынужден идти. Пойдете ли вы на референдум? Подумаем. Почему? Так, потому что жизнь сладкая, поэтому. На референдуме выборы в один день. Угу. Бюллетени референдума возьмете? Нет. Почему? Я на выборы иду, а не на выборы референдума. Спасибо. А вы? Я ничего не могу сказать. То же самое, как и вас. Спасибо. Спасибо. А почему мы президента выбираем или референдум? Нам президент нужен. Нам президент нужен. Правильно? Правильно? Как вы думаете? Это ваше мнение. Спасибо. Не, ну а где это было? Что и президента выбрать, и референдум сразу. Два бюллетеня сразу. Такое я еще за свою жизнь не видел ни разу, чтоб такое было. А вы пойдете на референдум? Я нет. Почему? Потому что там ответы каверзные должны быть. Вы пойдете на референдум? Как получится, пока не знаю. А почему? Уезжаете? Ну, как по времени получится, я пока не могу сказать. Это очень важный момент в жизни каждого гражданина Республики Молдова, потому что будет определяться европейский вектор или неевропейский вектор нашей страны. Поэтому я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен пойти на этот референдум, сделать свой выбор. Какой выбор будет сделан, это право каждого и выбор каждого человека. Но очень важно быть на этом референдуме, проголосовать и высказать свое мнение. А нужно ли идти на этот референдум всем жителям? Если да, то почему? Референдум – это волеизъявление жителей нашей страны, либо автономии. Если мы в 2014 году проводили референдум, и все шли на референдум и говорили о том, что он нужен, значит, и сейчас он тоже нужен, потому что это есть референдум. Мы, народ, который проживает здесь в автономии, гагаузы, болгары, мы не можем диктовать свою волю жителям всей страны. И когда многие выступают о том, что не должен быть референдум по каким-либо причинам, честно говоря, я этого не понимаю. Тем более, что референдум, еще раз повторяю, это волеизъявление народа. И там уже голосует тот, кто считает нужным. Вложение Гагаузии у нас прописано в законе о том, что в случае объединения с Румынией или с другой какой-либо страной мы оставляем свое право выхода из состава Республики Молдова. Так указано в вложении Гагаузии, но другого там не указано. В случае там путь в Евразийский союз или Европейский союз, это в данном случае мы не можем диктовать волю всей Республики Молдова, потому что все-таки проживают люди, которые тоже живут в единой стране с нами. Поэтому мое личное мнение такое, что каждый референдум, какой бы он ни был, я не знаю, за что там, но в любом случае люди должны выходить и исполнить свой долг.